Всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница, и начнем мы наш разговор с очень прекрасной новости. В этой катке вы не увидите М13, в этой катке вы увидите Калаш 762 в охерительном просто скине. Он такой божественный и прекрасный. Но и сам ролик сегодня будет тоже немножко нестандартный, экстравагантный. И такого своего этого. Кстати, в середине ролика спрятан небольшой вопросик, на который вам нужно будет ответить в комментариях. Так что смотрим, ребят, внимательно и не пропустим, и пишем комментарии свои. Смотрим. Что-то меня опять тут высадило. Так, тут сейчас задания не будет? Нет, не будет рядышком. Но вот здесь вот должен быть типочек у нас, да? Первый быть типочек. Вот тут на острове есть люди, да? Вот, короче, в чем суть? Я тут почему-то задался целью нахлестать много пацанов в соляну, побегать. Но еще при этом выйти с катки. Вот, я уже несколько суток сижу и нихуя у меня не получается, ребят. Я прям очень сильно расстроен. Почему так? Неужели так оно все получается? Сейчас такие люди в комментариях, те, кто писал какие-то комментарии плохие, такие: «А-а-а, так тебе и надо, ебаная лошара, фу-фу-фу, ля-ля-ля, тру-ля-ля, пойду полечу, полетаю, писю подрачу, ля-ля-ля». Было мерзко, да, пацаны? Я не спорю, это сейчас было немножечко мерзко прям вообще. Так, а куда я, блядь, бегу? Чё я вот бегу? А я на паровоз бегу, слушайте, нифига себе. Мы сейчас с паровоза начнем. Я сейчас возьму, найду там подсумок, найду там рез. И все, и вообще будет все прекрасно. Мы сейчас вот от этого заборчика прям отыграем. Он же уже подходит? Да, он уже подходит. Вот так вот сядем такие, спецназ ебать. 10-я кровь там. О, он едет. Там даже если кто-то есть на паровозе, они мне такие: «О, нас никто не видит». Будьте бдительны. Типа, все хорошо, мы в безопасности. А я такой из куста такой: «Хуякс», выпрыгнул с ноги. Как? Въебал, въебал. И вообще нормально. Да вроде там чисто. Или чё? Нихуя меня чуть не ударило. Это чё? Нихуя тут не чисто, вот. Я же говорил, подсумок тут есть у меня. Почему не прошел урон? И я... Во. Опять его залутать невозможно, да? Так, ну там пацан сейчас, наверное, скорее всего, Блять. Тихо, пацаны. Подождите. Аляру! Аляру! А тот дружок его, корешок-то, запрыгнет сейчас с последнего вагона ко мне. Сумочка побольше. Блять. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. А нету брони у меня, да? И чё, типок не придет его? Выполнение контрактов приносит деньги, которые можно тратить на снаряжение. Подожди. Я сейчас не понял, откуда он стрелял. Это же пацан стрелял в меня, да? И убежал. И кто-то там убежал. О, ящик с броней, смотрите, просто как заказывал. Она мне как раз нужна. Я думал, все исчезло. Тик. Да ёб твою медь. Да сука. Ну да, он последний вагон залутал и ушел. И кинул своего другана.
Так, ладно. Где мы тут? Вот машина, если что, у нас есть. О, аресы проверяли? Да, аресов нету. За машинкой и в путь. Это что получается? Я только одного, да, убил? Блядь, что вот за ключ у него лежит, сука? Вот эту тему им надо уже прям вообще чинить, успевать. Подбешивает так, капец, что чувака убил на вагоне, и все. И не залутаешь. Опа, скорая, в них бывают ресики. Зато есть пистолетик. Это вообще замечательно. Ой. Так, у нас где-нибудь антенки запустились? Вроде нигде ничего не запустилось, да? Сейчас мы проедем, так разведаем. Опах, нахуй. Тихо, пацаны. Тихо. Здорово! Да не Рауль я, не Рауль. Вот, о, уже выход вызвали себе, пацаны. Вы поглядите на них. Кто-то уже на 19-й минуте хочет свалить отсюда. Ну-ка, поехали, посмотрим. Кто тут у нас свалить решил? Ай, как больно. Пистолетик есть, если что, есть пистолетик. Ой, ой. Здорово, пацан. Здравствуй. Так, еще типы есть у тебя тут, нет? Вот это что, тип был или что? Да. Еще отъехал. И на машине, походу, тип гоняет, да? Я так понимаю. Ну-ка. О, исчез. Кто-то у нас был. Джимищу. Бля, ну вот это тип же был, да? Или это боты приехали? Димаш. Это кто? МЛ. Ни у кого нет снайперки. Блять, ну там был типок. Это точно был тип. Это был не бот, нифига. И вот он что, он сюда зачем-то прибежал? А, нет, 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 это боты. Боты. Все, уезжаем. А, так, двоих. Троих. Троих, получается, я успел, да? Чепурнуть. Ну, в конце катки, если что, мы увидим, если у меня получится выйти. Надо искать других. Снайперкой бы обжиться бы еще. Было бы вообще неплохо. Так, боты. Вот здесь еще должны быть, пацаны, по-любому. 17-я минута, да? В горле аж першит немножко, потому что я татошка. Опа, вот они выстрелили. Маленькая говёшка. Это что, боты или пацаны? Так, это боты. А пацаны, наверное, в остановке, да? Да, вон, в остановке ебашутся. А вы тут нет? Не хочет выходить, блядь. Че, заарашить его нафиг, да? Друган, где ты встал? Скажи мне. Ой! Мина. Ура, Уль горит. Давай, его машину утащим. Не, я тебя вытащу. Он меня прям ждет внутри, да? Боты. Ебаные боты, блядь. Он ждет, чтобы я зашел к нему на мину, да? На чаек, так сказать.
Но мы-то знаем, что мы этого не сделаем. Мы-то... А через крышу, слушай, можно к нему там зайти, нет? Вот он. Пошел нахуй! Здорово, блядь. Снайперка есть? Шприц, нормально. Противогаз. Кто-то у нас... Дестро Фокс! Броню надо ставить. Мины твои исчезли? Хоп! Поехали! Дестро Фокс отъехал. Так, снайперкой мы обзавелись, это уже прекрасненько. Погнали дальше. Теперь вот это место надо обследовать. Тут тоже должны быть типочки. Это вот боты были, сейчас там пронеслись? Или как? Наверное, боты. Но не ясно все, конечно, что-то как-то это. О, у меня есть снайперка, мы можем поехать в город, и мне в городе надо еще троих со снайпы убить. В принципе-то тоже. Можно еще и миссию пройти. Вообще, хочу я еще на последнем самолете прям улететь. Здорово, пацаны! Идите нахуй отсюда. Тут вроде как-то все чисто. Спокойно. О, в аптеку заедем. За ресиком. Аптечка, аптечка. Мне нужна аптечка. Я поехал туда-сюда. Так, это что? 13-я минута. Мы всего где-то четверых, что ли, нахлестали? Тут лутано уже. Тут уже лутано, к сожалению. Двери открыты. Я думаю, нет смысла там даже останавливаться. Тоже как-то тихо, спокойно, да, в Рохане? Бу! А чё так? А где все? Что за молчок такой? Здесь у нас выход есть. Ну, если чё, давай по дороге возьмем еще задание вот такое. А то что-то уже, я так понимаю, все свалили с карты просто-напросто. Все повыходили. Выполнили одну миссию и побыстрее в слезках. О, мы побежим отсюда. Нам тут больше нечего делать. А вот они и пацаны. Здорово. Блять, не высадил. Так, ну один есть уже. Того бы еще поймать. Было бы вообще неплохо. Блин, а миссию мне не засчитали, да? О, кинул другана, уехал. Уехал. Он уехал. Или он сейчас хочет прям выйти? Ну-ка, на карте машина есть? Нет, машины нет. Он свалил отсюда, что ли? Подожди, друга. Ну и что они делают? Что будут делать? Где малыш? Малыш, тебя вертолет ждет. Тебе надо уезжать. Меня бы сейчас в спину бы никто не принял бы. Ой, ой-ой-ой. 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 Нет, походу, все. Кинул он, пацана. Блин, водилу не смог высадить, вообще обидно. Очень обидно. Так, перезаряжаем. Поехали, починим нашу машинку немножечко. Заодно глянем жетон. Тихо. Подвинься чуть-чуть, пожалуйста. А, он с концами его кинул. Кто это был? Desert Fox. Desert Fox. Окей.
Поехали в сторону задания. Я думаю, оно сейчас прямо на этого мальчика и упадет. Или это я слышу... А, нет, пацан не исчез, это я его отвез, просто откинул немножко подальше. Они сейчас будут ждать, вот я вот уехал, все, они сейчас будут вызывать еще раз. Самолет. Это мы заберем. Погнали. Ультра-1, это главный. В вашем районе замечена особо важная цель. Он где-то тут прям прячется, короче. Ай-яй-яй-яй. А, вот она, эта машина. Вот он, где ее бросил. Ну, он, я думаю, он из норы сейчас вообще не вылезет. Просто не вылезет. Где ж ты, малыш, прячешься-то, а? Выходи, схлестнемся мы с тобой, дружок ты мой родной. Либо ты, либо я. О, он вперед побежал. Блять, он не... Ну нет, он его резать еще не пошел. Или пошел. Так, это боты. Здесь ничего не вызвали. Магазин. Что это взорвалось? Мне кажется, он вот в этой хате сидит. Вот где-то вот на вот этой вот крыше. Здесь где-то был подъемник, я видел. Вот, вот мы прям сюда давай поднимемся. Слушай, нет, он правее перешел. Сука, да где ты прячешься, дружище? Давай решим это по-быстрому уже. Сейчас нокнет нахуй, по-любому меня. Вот он. Здорово. Ты что, упал вниз, что ли? Ты что, блядь? Ты что, блядь? Куда ты нахуй доебался, а? Ультра-1 это главный. Цели контракта уничтожены. Не засчитается мне миссия? О, засчиталось. Кто ты там был? Маэстро! Что-то с маэстро не получилось немножечко у нас. Ой, блядь, Грена! Сука! Тихо, 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 броня. Так, погнали дальше, чё? Так, а где наша машина? А где я свою тачку бросил? Вот это, что ли, моя тачка? Ой! Так, секундочку, сейчас у меня тут... СМС-ка важная. Важная СМС-ка. А, все хорошо, нет? Так, теперь давай в тачку. 6 минут у нас осталось вообще, в принципе, да? О, я слышу, спереди еще где-то стреляются. Давай, давай, давай. Поехали догонать. А задание есть еще в городе? Не, больше нет заданий в городе. Ну, мы сейчас прокатимся, посмотрим. Но я слышал выстрелы прям. А вот по мне хуярит. Сверху. С пулемета, да? Сам ты хуля. Блять, ебучие боты. Теперь пошли посмотрим, тот, кто наверху на меня стрелял. Воу! Вот так вот, значит, да? Ладно. Раз мы так, то мы вот так сделаем. Здравствуй, блядь. Нихуя тебе не понравилось, да? Кевин, ёбаный. Кевин! Они убили Кенни! Кенни!
Кенни, Кенни! Боты его шукают, смотри. Блять, а чё, он встал? По-любому встал. Давай опасную хуйню, блядь, исполним. Блядь, зацепись за крюк! Сука, почему не зацепился, блядь? Всегда цеплялся, сейчас не зацепился. Столько времени проебал, блядь, пиздец. Так, ну тут, блядь, и бот поднимался. Блядь, рискнем. Но мне кажется, он прямо сейчас тут может меня принять. Блядь, он спрыгнул. До свидания, блядь. Блядь, а что, не засчитали, что ли? Ну, суки! Суки, 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 я вас догоню, блядь! А, вон он куда уебался, да? Нет, пацаны, вы не уйдете уже. Вот это чё? Давай резай его, блядь. Здорово еще раз. Так, вот они. Два наших мальчика, блядь. Мальчуганчика, блядь. А нехуй было стрелять по мне, блядь. Вот нехуй было. Драконс. Драгонс. Драгонслай. Ну-ка, пошли посмотрим вас. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в ту... Кевин! Да, вот он, этот Кевин. Кевин! И... еще один Кевин. Это бот или пацан, блядь? Что-то я не понимаю, подождите, это куда я сейчас попал? Ну-ка давай под мост, блядь. А это боты, блядь, ёбнутые, блядь. Вы чё, блядь, пацаны, совсем ебанутые? Так, тихо. Броню надо ставить. Нихера себе, они прям в воду меня херачат. Ну, выход у меня... А, мне на последнем самолете надо улететь, кстати. Блять, ну 60 тысяч у меня нету, да? А последний самолет у меня будет... А у меня он будет. Может, мне еще получится 60 тысяч нахлестать? Блять, давай. Лезь, собака! Че за хуйня? Охуеть. Ну вот, тебе раз. Вот это подстава с лестницы, да? Так, а денежки я что-нибудь могу налутать по-быстрому? Нет, не могу, наверное. Так, тихо. Сам такой, уля-рух. Нихуя себе что нашел. Так, давай-ка наверх. Сейчас мы осмотримся и посмотрим. Где снайпер стрельнул? Бля, я слышал, как будто выстрелил снайпер. Машина едет. Так, ну это все боты развлекаются. Все, тишь да глажь, глажь да тишь. Ну-ка давай-ка еще раз на этот дом залезем. На самый верх. Давай, ну-ка цепляйся. Во, сейчас сработало. Что тогда ей надо было, я так и не понял. И тут мы сможем залезть, да? На выход мальчики хотели свалить. Ай-яй-яй-яй-яй. Начал биться, бейся до конца. Запомните это всегда. Если начали уже стрелять по пацану, все. Вам надо его дожимать постоянно. Иначе он вас найдет и немножко вас в жопу поимеет. Прям... прям вот так. О, это что, пацан? Не, это бот, блядь. Это что? Собаки гавкают, слышите? У кого-то в хате. Я думал, в таких домах многоэтажных нельзя собак заводить. Сейчас такие. Не, блядь, нельзя такую шутку. Не-не-не. Я промолчу. Так, давайте задание, наверное, выполним. О!
Вот эту штуку давай возьмем. Нам денежек дадут. Потому что, в принципе, пацанов, наверное, я уже... Уже, наверное, не смогу найти. Они уже все свалили. То есть вот то, что я вот успел настрелять, я это и настрелял. К сожалению. Блять, я хотел больше, но я не знаю. В конце посмотрим, сколько я все-таки набил пацанов. Ну и где цель? Ультра-1, разведка нашла пособника Лас-Альмаса по прозвищу Эстрада. Ё-моё, как далеко бежать. Ультра-1, это главный. Ветер распространяет радиацию. Ай! В сторону площадки. О, у меня брони нету. Да ты чё, дурак? Бежит и на ходу, блядь, стреляет. Нихуя себе чё даёт. Блядь, далеко этот... Лас-Асаси? Саласи? О, машина есть. На машине надо доехать. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, пацаны, у кого, кто, сколько самая максимальная закатку набивал пацанов. Ну вот, в конце, который вот показывается, типа, сколько вы там убили исполнителей. Кто самое максимальное количество нахлестал? Мне прям интересно. Можно прям челлендж такой устроить, как насоревноваться, что кто больше этого нахлестает. Мне кажется, было бы интересно, прикольненько прям. О, вот он крюк, да. Этот на крыше, наверное, наверху где-то гасится. Бля, ну здесь охрана такая жесткая вообще. А, он один. Ультра-1, внимание, Ультра-1, цель уничтожена. Идите к ней и подтвердите ликвидацию. Да, это Эстрада. Выплачиваю вознаграждение. Ой, а седьмого канала есть, там уж деньги есть. Сейчас мы... Ой, не так. Мы сейчас в седьмой канал еще сгоняем. Откроем. Вообще нормально. Эстрада отъехал в Эстраду. Выход никто, в принципе, не призывает. Все отсюда свалили. 60 тысяч надо добить. Соляночку. Вообще будет... Ай, блядь, тихо. Да отстань. Леба ле хулюдуль. Али хульдуль-дуль. Али бале хулюдуль. Тихо. О, лифт, ебать. Первый раз нашел лифт. Теперь буду знать, что он справа всегда. Бля. Че? А у меня чего ключ? Ключ от комнаты с записями седьмого канала в деловом центре Альмазахран? Альмазахран? Это не тот ключ, что ли? Залутался, блядь. Тут где-то есть еще комната, что ли, какая-то? А где эта дурацкая комната может быть? А, нет, тут вроде нету дверей никаких. Да, тут же все запечатано. Все запечатано. И тут нет ничего. Ну, блядь, вот это да. Где мне взять 60 тысяч? По-быстрому. Вот эту штуку выполнить. Блядь, на волоске, слушай, будет все, да? Ёбаный в рот! Ой, ну я уже полетел, значит. Магазин есть где-то? А магазина нету тут. Поблизости, капец. Без брони тяжело будет сейчас это все сделать. Тут сейчас ботов еще херово туча. Вот таких вот будет! Нихера не заспавнились. Что за беспредел такой? Ебать. Походу мне сейчас может быть это конец полный. Тихо, пацаны, не надо. Не надо так сильно. Напряжно в соляну, слушайте, это прям вообще. Ой, дверью промахнулся. Чик. Мальчиков с пальчиков нету. Ну тут, если что, есть еще машина у нас, да?
мне бы еще успеть вернуться. Я, наверное, не успею задание пройти. Наверное, просто за машиной нужно сбегать и все. Ничего, мы рискнем. На острие ножа. На волоске пенюса. Ну, как-то так, ребят. Мы за машиной сейчас и быстро прям прокатимся. Прям гиперпулькой. Так, едем на последний. У нас 3 минуты, в принципе. В принципе, миссия выполнима еще как. Не, давай ближний давим. Вот этот вот сначала сейчас размажем. И едем на дальний. Регенеруйте припасы и уничтожьте их. Ботов нету. Это вообще прекрасно. Они же сейчас все разбежались. Самое то в конце выполнять такую херню. Ну, это я, конечно, утрирую. Не верьте мне, не надо, пацаны. Это все чисто случайность. Вообще, вся эта хуйня, это постановочное все. Здесь все боты работают на меня. Боты, пацаны, это все актеры. Я им раздаю, короче, печеньки каждое утро. И они такие: блядь, Костян, окей, мы тебе поможем, все сделаем. И все будет заебись. И вот я выхожу вот так вот. И на стримах то же самое, кстати, происходит. Но вот есть вот такие вот 2-3 человека вредные, которые, видишь, не хотят уходить за печенькой. А я миссию выполнил, кстати. Ой, я одну миссию-то выполнил, нифига себе. Со снайперской винтовочки. Так, а броня... О, с него броня выпала. Цель 2 заминирована. Аж две плашки. Ой, как прекрасно. Основная цель уничтожена. Идите к дополнительной. 29 тысяч. Радиоактивное облако приближается. Мы идем. О, не, все. Надо ехать. У вас не будет. Я понял. Все, я выезжаю. Он так далеко. Это хорошо, что я машину взял. А то я бы не успел. Но я думаю, 30 тысяч мне точно за эту миссию не заплатят. Всего 7500 заплатят. Да. Еще одну миссию на 60 тысяч, конечно, я что-то это не смог пройти. Но были все шансы, пацаны. Заметьте, были все шансы. Это 1-4, мы подходим к площадке. Ой. Держите ее под контролем. Ёб твою медь. Еще бы доехать до этой площадки сейчас. Вот будет смешно. Если я сейчас просто отъеду от ботов. Ультра-1, поступили сведения, что рядом с вами есть сейфы противника. Подробности на карте. Нет, слишком далеко, пацаны. Бля, сейчас еще бы это... Сквадик бы какой-нибудь туда не подъехал бы. Блять, машина проехала, вы видели эту хуйню? Насквозь, блять. Сквозь самолета. Нет. Шприц, быстрей. А то вдруг сейчас начнет меня добивать еще уродец. Так, сразу ставим следующий шприц. Во! Во! Прекрасно. Просто прекрасно. Вот так вот вам, вот так вот вам. Ну-ка, со снайперки сейчас тебе дай въебу. Эх, промахнулся, блядь. Ну да ладно. В принципе, я считаю, получилось вроде даже неплохо. Давайте посмотрим, сколько я смог настрелять в одно лицо. Мне кажется, немного. Почему один перк? Мне должно быть 2 перка. У меня один уже был. А, я умирал же точно. Это же не с первой катки все получилось-то. Ну, пацанов зато со снайперки настрелило. Это тоже, в принципе, хороший плюс, прям я считаю. Ну, 8 человек, в принципе. 8 человек я в одного нахлестал. Так, ребят, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Огромное спасибо, кто подписался на канал. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Подписываемся на Twitch, на Discord. Там стримы проходят, в Дискорде мы тоже общаемся и все такое. И не забывайте, напишите в комментариях, кто сколько убивал пацанов. Максимальное число за катку. Неважно, были вы там в скваде или вы там в соло гоняли. Главное, что именно вы сколько убили.
Ну а на этом спасибо, ребят. Всем пока и до следующего ролика. Пока-пока.